Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Сегодня говорим об улучшении качества жизни. Всех с праздником, тоже гармонии, счастья, потому что каждый празднует его по-своему. Кто-то ходит в церковь, кто-то просто гуляет на природе или в компании, например, там устраивает пикники. На самом деле, я считаю, что самое главное праздник – это праздник в душе. То есть, что я имею в виду? Когда у человека радостное, хорошее состояние, то ему хочется этим состоянием делиться с другими людьми. Вот, и я это состояние поддерживаю. То есть, поддерживаю как раз тем образом, что убираю все, что мешает быть радости, гармонии, счастью. Конечно же, некоторые вещи выбивают на время, но потом их снова урегулируешь, и становится все снова замечательно и хорошо. Вот, и, например, процессинг счастья помогает делать так, чтобы действительно те вещи, которые накопились, разгрузить вот этот багаж всего ненужного, всех негативных зарядов, которые скопились там по жизни, и убрать их. И тогда становится состояние все лучше, лучше и лучше. И, конечно же, я помогаю другим людям, которые приходят ко мне. Бывает, человек просто хочет поговорить, и его не нужно перебивать, дать ему возможность высказаться. Самое главное, чтобы человек во время этой беседы не обвинял себя или кого-то другого, а именно рассматривал, как есть то, что с ним произошло, и брал ответственность. Вот. И когда человек рассматривает, как есть, и берет ответственность, у него наступает улучшение состояния. То есть у него появляется больше осознанности, больше счастья и больше свободного внимания в настоящем времени. То есть те единицы внимания, которые застряли в прошлом, они возвращаются в настоящее. Поэтому я за то, чтобы праздник был с нами всегда, каждое мгновение, прямо здесь и сейчас. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то вы можете написать мне в личные сообщения или в комментариях под этим видео. Или, например, в соцсетях, которые я тоже выкладываю. Самое главное, давайте делиться хорошими, счастливыми мыслями, ощущениями, идеями. И не прятать их где-то глубоко. Даже и плохое тоже не прятать. А плохое рассматривать как есть, а хорошее – делиться этим и воплощать его в жизнь. И тогда наша жизнь превратится действительно в радостное такое мероприятие, в радостную игру, которая будет приносить пользу, радость каждому из нас. Вот. Если вам видео понравилось, то ставьте «нравится», подписывайтесь на канал и колокольчик нажимайте, чтобы знать о новых видео на моем канале. Еще раз, друзья, с праздником! Всем гармонии, радости и счастья! Во благо!